Живе Беларусь! Слава белорусским героям Андрею Зельцеру, Роману Бондаренко и всем героям, имена которых, увы, мы не знаем. И вот блогера Андрея Паука будут преследовать уголовно за то, что якобы он оскорбил правоохранителей превселюдно. И вот я хотел бы высказать свое мнение по поводу этого обвинения, которое выдвинули Андрею Пауку. Многих из этих правоохранителей нужно просто уволить. Многих нужно судить. Причем, если Тихановского отправили на зону на 18 лет, то этих правоохранителей можно спокойно давать по четвертаку. А некоторых можно судить даже судом Линча. Это если будет какая-то вот революция. Я считаю, что многие даже заслуживают на суд Линча, когда в СИЗО издевались, били дубинками и тому подобное людей безоружных, уже задержанных. А то у нас получается, для преступников в погонах нету закона, а для тех, кто их наказывать будет закон. Я считаю, что это несправедливо. Каждый должен получить то, что он другому, так сказать, делал. Как говорится, не делай то, чтобы ты не хотел, чтобы сделали тебе. Вот он дубасил, отдубасить его. Потому что подшить уголовные дела на протестующих и дубасить их, так они могут. Им закон для этого не писан. А как к ответственности их привлекать, так по закону. А хотел бы Андрею Пауку пожелать от чистого сердца удачи и Божьей помощи, где бы он ни был, и чтоб, так сказать, рука этого синепалого не коснулась его. Живе Беларусь, друзья! Всем хорошего времени суток!